Сегодня волнительный и незабываемый день для более чем 650 тысяч школьников по всей стране. С этого момента они выпускники, день которых в судьбе каждого бывает лишь раз. Еще вчера все было так привычно. Одноклассники, учителя, экзамены. И вот уже на руках аттестаты, а впереди совсем другая, новая, взрослая жизнь. Выбор профессии, работа, а для кого-то и службы, поиск себя и своего призвания. Конечно, еще очень многому придется учиться, и не только по книгам. Прийти к пониманию, что личный успех особенно ценен, когда приносит пользу другим. Об этом и о том, как важно ставить цели, значимые в масштабах страны, сказал, обращаясь к выпускникам, Владимир Путин. Напутствие главы государства размещено в одной из социальных сетей. Убежден, вы способны осуществить свои самые смелые мечты, покорить самые большие вершины. Вы быстро осваиваете новые технологии. Уже сегодня многое знаете и умеете. В этом, безусловно, ваша собственная заслуга. И, конечно, огромная искренняя благодарность вашим родителям, учителям, наставникам за труд, мудрость и терпение. Мы все верим в вас, уважаем ваш взгляд на жизнь, ваши увлечения, даже если они и отличаются от наших, ваш выбор своего жизненного пути. Именно такие люди, смелые, свободные, решительные и самостоятельные, ответственные, способные преобразить страну, совершить настоящий прорыв, удивить мир новыми рекордами и открытиями. Не ограничивайтесь только лайками в социальных сетях. Действуйте, приобретайте новые знания, дерзайте. Еще раз поздравляю вас с окончанием школы. Удачи вам, счастья, любви и большого успеха. Все обязательно получится.